Друзья, сегодня мы приготовим вот такую интересную брускетту с редисом, огурцом и колбасой сырокопченой. Это такой интересный перекус, либо на завтрак можно приготовить, а можно к вину или к каким-то другим напиткам. Вот так она замечательно смотрится, очень вкусная, оригинальная. Этот рецепт придумали мы сами, основываясь на своем опыте в кулинарии. Ну и считаем, что все продукты сочетаются. Чиабатту берем, отрезаем два таких куска. Пригодится нам еще огурец, чеснок, редиска, зелень. А также нам потребуется сыр, фетакса, фета, брынза. Оливковое масло, потому что брускетта — это всегда зажаренный кусок хлеба, натертый чесноком и оливковым маслом. Зажариваем два кусочка вот так вот и натираем чесночком. Один кусок и другой. И потом смачиваем оливковым маслом немного. А затем мы намазываем сыром, фетаксой, ну или брынзой, фетой, что у вас есть. И зеленью посыпаем. Все это хорошо смешиваем. Дальше мы добавляем редис. И потом выкладываем вот таким вот образом огурец и тонко нарезанную сырокопченую колбаску. Сверху можно еще зеленым луком посыпать и оставшейся зеленью. Быстро, вкусно и оригинально. Я думаю, что вам это очень понравится. Можно это и с чаем, конечно, и с кофе, и с алкогольными напитками. Вроде бы простое очень блюдо в исполнении. Ничего тут сложного нет. Обычный бутерброд. Но в том и прелесть брускетты итальянской, потому что брускетта, она, это обжаренная чиабатта, высококачественный хлеб с чесночком, оливковым маслом. И главное — подобрать продукты, которые сочетаются. У нас там с фетаксой кинза есть, петрушка, укроп. Все это гармонирует, перемешиваются вкусы, все это очень вкусно. Приятного вам аппетита, до новых встреч, подписывайтесь на нас и ставьте лайки. Всего вам доброго!